Приветствую вас. Есть несколько моментов, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Первый момент – это то, что вы не дописали свой вопрос, и, собственно, вам нужно его либо дополнить, либо выбрать того эксперта, с которым вы хотите поделиться проблемой, и уже с этим экспертом поработать непосредственно. Значит, второй важный момент заключается в том, что вы говорите про свою подругу. Вы говорите про свою подругу, у которой в жизни сложилась довольно тяжелая ситуация. И вы знаете, мы вашу подругу понимаем. И понимаем мы вашу подругу хорошо, по-человечески ей сочувствуем, но как психологи, как специалисты, у нас есть определенная профессиональная этика, которая не позволяет нам помогать и работать с третьими лицами. И я надеюсь, что вы этот момент для себя зафиксируете и донесете его до своей подруги. Потому что если вашей подруге нужна помощь, то ей необходимо самой обратиться к нам за консультацией на наш ресурс, и тогда мы ей уже поможем, потому что при всем уважении к вам, вы не являетесь как бы субъектом данной ситуации, и вы не можете знать до конца и понимать, ну, может быть, так же до конца, что из себя представляет ее ситуация на более, скажем так, высоком уровне, на более приближенном уровне, на более близком рассмотрении. И кроме того, помощь через третьих лиц, даже если это близкие люди, друзья, вот как вы, уже давно сообществом психологов признано неэффективной. Опять же, именно по той причине, что при непосредственной передаче информации учитывается ряд влияния контекстов и влияние личности психолога на человека, с которым он работает. Тогда как передача даже самой верной информации через третьих лиц всегда проходит фильтр. Фильтр, значит, взаимодействие. Фильтр взаимодействия нуждающегося в помощи с тем, кто эту помощь передает. Ну, или, условно говоря, ретранслирует. Вот. Я надеюсь, что данный аспект вы обязательно для себя
постараюсь зафиксировать. Ибо он, на мой взгляд, ну, довольно важен. Довольно важен. Далее, поскольку вы обратились к нам все-таки за помощью своей подруги, и исходя из того, что вы написали, я вам все-таки постараюсь дать несколько таких небольших совсем рекомендаций, что, во-первых, подруге необходимо избавляться от влияния на ее жизнь детей. Вот. То есть, если у нее проблема в том, что она не может найти себе пару, не может найти себе мужчину, то проблема либо в детях, либо в том опыте, в той травме, которую она получила в результате развода. Именно подруга. И, соответственно, имеет место быть страх перед, может быть, отношениями, там, перед тем, что идет как бы вместе с отношениями, да, то есть как бы сопутствует им. А может быть, она до сих пор не может забыть своего бывшего мужа. Такое, знаете, тоже иногда бывает. И человек вроде бы, вот вроде бы он понимает, что надо искать, ну, кого-то дальше, да, человек вроде бы понимает, что нужно двигаться вперед, что нужно как-то вот новую семью создавать, да, и так далее. Человек понимает, что, в общем-то, ну, что хорошего в том, что он один. Человек это все понимает, но сделать с этим он ничего не может. И связано это, опять же, с тем, что есть некоторые внутренние блоки, которые не позволяют человеку должным, правильным образом, я бы сказал, выстраивать отношения с партнерами. И чтобы эта ситуация исправлялась, я надеюсь, вы понимаете, что нужно работать. И работать нужно с человеком. В первую очередь. То есть с той, кто нуждается непосредственно в помощи. А не с вами. А в противном случае получается такая вещь, как глухой телефон и, в общем-то, Чтобы мы вам не сказали здесь, ситуация, ну, практически всегда будет упираться вот в данный аспект, что есть вы, и допустим, я, или другие эксперты, и вот мы пытаемся все вместе донести до вашей подруги, что у нее есть какие-то проблемы. Ну, вы же понимаете, что это, в общем-то, обречено на провал. Подобное. Поэтому прошу вас это учесть. И своей подруге, если она действительно хочет вот свою проблему как-то разрешить, дать послушать мой аудиоответ в той части, в которой я говорю про то, для чего ей нужен мужчина вообще, и почему она может не иметь возможности как-то вот с ним построить адекватные отношения.
На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, пишите в личку, буду рад помочь. А если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.